Я очень люблю животных, все, что с ним связано, и с детства хотел пойти в ветеринарную. Я хочу пойти на специальность ветеринарной фармации. Я всегда любила животных, поэтому решила туда поступать. А у родителей большое хозяйство, я все время, так сказать, в окружении животных, и я хочу поступить в Витебскую ветеринарную академию. С 2019-2020 учебного года на базе учреждения образования Бабинской средней школы начал функционировать агрокласс. Учащиеся на повышенном уровне изучают такие учебные предметы, как биология, химия. А также у них есть возможность посещать факультативные занятия и ведение в аграрной профессии. В сентябре месяце учащиеся нашей школы побывали в рамках выездной агросубботы на молочно-товарном комплексе производственного кооператива «Ольговская» в деревне Бабиничи. В этом месяце запланировано посещение механизированного двора, также производственного кооператива «Ольговского».